Сеть супермаркетов Kroger начинает использовать беспилотные автомобили для доставки заказов. Американская сеть супермаркетов Kroger сообщила, что начала использовать беспилотные автономные транспортные средства для доставки продуктов в городе Скоттсдейл, штат Аризона. Партнером сети выступила молодая компания NARA. Этому предшествовала пилотная программа, запущенная партнерами в Скоттсдейле в августе и включавшая проверку специализированного беспилотного автомобиля NARA R1. R1 передвигается по дорогам общего пользования, не имеет водителя и используется только для перевозки грузов. Услуга доставки в тот же день или на следующий день будет доступна в Скоттсдейле в продовольственном магазине Фрайес по цене $5.95 без минимальной суммы заказа. По мнению источника, сделка Kroger с NARA подчеркивает жесткую конкуренцию на рынке доставки продуктов в США, где каждая сеть супермаркетов старается увеличить свою долю в расходах потребителей.